наша планета полна удивительных животных. На ней обитают маленькие и большие, короткие и длинные, высокие и низкие. Но настоящее изумление вызывают животные невиданных размеров. Сегодня мы рассмотрим самых больших животных в мире. На 5-м месте нашего рейтинга мы разместили гребнистого крокодила. На Филиппинах поймали самого большого крокодила в мире весом более тонны и более 6 метров в длину. Пойманный хищник – представитель семейства гребнистых крокодилов, который считается самыми большими крокодилами на Земле. По словам экспертов, хищная рептилия может быть старше 50 лет. Представители этого вида могут достигать до 7 метров в длину и жить более сотни лет. Плотоядными называют хищников. На 4-м месте рейтинга самых больших животных в мире разместились медведь-кодьяк, это разновидность бурого медведя, и белый полярный медведь. Размеры особи примерно одинаковые, и ученые до сих пор затрудняются ответить, какой же медведь больше. Высота животных начинается от 1,5 метра. Полная длина около 3 метра. Самые тяжелые особи, которые были зарегистрированы, весили 1 тонну. Это столько весил белый медведь и 1135 килограммов медведь бурый. Самое большое плотоядное животное на планете, которое обитает в море по сей день, южный морской слон, попросту тюлень. Размер самок и самцов разнится в разы, и эта разница больше, чем у любого другого млекопитающего. Самцы в 5-6 раз тяжелее самок. Средний вес самцов от 2200 кг до 4 тонн. Вес самок всего от 400 до 900 кг. Длина до 3 метров. Из животных, проживающих на суше, всех тяжелее африканский слон. Он занимает 2-е место в рейтинге самых больших животных в мире и является самым большим из ныне существующих. Самцы африканского слона вырастают в длину до 7,5 метров, в высоту до 3,5 метров, весят около 6 тонн. Самки немного меньше как в длину, так и в высоту. Одной ногой слон может повалить крупное дерево. Бивни у слонов растут всю жизнь и являются показателем возраста. Слоны – семейные животные. Несколько семей собираются в одно стадо и живут вместе. Одно стадо может насчитывать до нескольких тысяч особей. Руководит стадом одна опытная пожилая слониха. Кстати, у взрослого африканского слона отсутствуют естественные враги, и все из-за внушительных размеров. Однако детеныши, особенно новорожденные, очень уязвимы перед львами, крокодилами, гиенами и леопардами. И, наконец, 1-е место – в рейтинге самых больших животных в мире мы отдаем синему киту. Синий кит – это самое большое существо, которое жило на Земле. Его вес иногда достигает 150 и более тонн, а длина – 33 метра. Средняя длина – 23-29 метров. Китобойный промысел почти истребил синего кита. На сегодняшний день он занесен в Международную Красную книгу. За день головой кит съедает около 1 тонны крыли, это примерно 1 миллион калорий, которым в основном и питается. Кит заглатывает криль вместе с 1000 литров воды, проплывая через его скопление. Потом фильтрует его, выталкивая всю эту массу языком через китовый ус. Кстати, язык голубого кита толщиной более 3 метров, и весит он больше слона.